Сегодня ночью в 0 часов в Балаковском районе будут открыты 4 купели для крещенского купания. На пляже в 7-м микрорайоне, на Балаковке возле санатория «Изумруд», на Волге у загородного клуба «Атмосфера» и рядом с Иргизским монастырем. Поэтому верующие уже ночью смогут совершить обряд омовения на оборудованных купелях, возле которых до 18 часов 19 января будут дежурить медики, спасатели и полицейские. И главное, помните. Купание не освобождает от тех грехов, которые есть на людях. Поэтому учитывайте этот факт. Если кто-то считает, что нырнув он вновь чистый и белый, это не есть правильно. Поаккуратнее со всеми такими мероприятиями, если человек не подготовлен, лучше этого не делать.